Имени Бажова, Демидова или Жукова в Екатеринбурге огласили тройку имен, лидирующих в голосовании на новое имя для Кольцова. Конкурс «Великие имена России» выходит на финишную прямую. Сегодня стартовал последний этап голосования. В шорт-лист имен для воздушной гавани Екатеринбурга попали писатель Павел Бажов, промышленник Акинфи Демидов и полководец Георгий Жуков. За этих кандидатов проголосовало наибольшее число горожан. Всего в каждом регионе опросили по 800 человек. Онлайн-голосование будет идти до конца месяца, а имя победителя озвучат 5 декабря.